Только я дал офлайн РВ. Я да, дал, без проблем. Че надо? Battle Pass. Ты его купил, что ли, все-таки? А я купил его, у меня есть монеты на следующий Battle Pass. Уже. То есть я, грубо говоря, купил два. По цене одного. Прикольно. Поэтому. Что у меня было это много монет, то как раз я хватил на следующий. Я же, я так и думал так затарить его, чтобы, знаешь, сразу его просто. Нормально. Там я просто на рейв накопил. Ой, на это, на лайфлайн накопил. Ну вот я не хочу попасть на вот эту. На вот эту рейв. Нокнул его, нокнул. А вот возле меня тут. Я понял. Он своего сейчас будет поднимать. Внутри. Я не понял, что у меня с мышкой, блядь, именно в этой помойке, я не знаю. Я знаю, эльфа просто замучит, и будет мне игра нормальная. Перехерил с одним, зашел за угол, выглянул, там же на меня трое выглядят. Не, эти ребята жесткие были, потому что бы это надо... Интересно, как они успели поднять эту дуру так быстро, мне вот это интересно. Ну, там лайфлайн быстро поднимает. Че, ты бухал в пятницу? Не-не. Я дома сидел. Все задож. Ну че, у меня эти выходные, блять, этот тарк, блять, был. По КТ. Это, собственно, наркотик уже. Ну, это ебаное казино, реально, вот серьезно. А находишь, ты раз блин кое-то. Находишь, ты себя не нашел. И так дальше по кругу. Так, я в первое. Окей. Thank you.
На мне есть дабл тап, если кого-то интересует. Да нет. Нихуя себе, ты, блядь, два здания пылесосил сегодня. Там ничего интересного не было такого, я их пылесосил. Да во втором всяком случае. Ну как это не было? Угол скаут. Ну у меня все это было. Пися кипер. Прощай. Ну я иду соединяться с этим фабриком. Ну я к вам еще буду. А, вы туда хотите? Да, мы в город, да. Понял. Прикольно, у меня просто игра закрылась. Найс. Да, да, это не бывает тогда. Прикольно. Заебись, помойка, блядь, для пидорасов, блядь. А, от него вывалится лут или нет, когда выключится, да? Да, сейчас. Отлично. Халявный лут, летай! Ништяк. Короче, Андрюх, пошли, пошли в Тарков, блядь, в эту пидорасню играть, блядь. Реально, меня на две катки в этом говне хватает. Быстро. Пошли за мной. Чисто, бля, игра для пидорасов, блядь. Да хуй его знает. У тебя есть тяжелые патроны? Немножко. Чуть-чуть есть, так и быть. Не, не макну еще. Есть и синяя броня зато. Скинь патрончик. Спасибо. Забавно смотреть за этим. Обожаю. Зачем? Ну типа забавно, как люди пытаются туда прыгнуть до троса, но у них не получается. Угу. Нормально такой, типа, наебало. Не наебешь, не проживешь. Так, эта политика работает слишком хорошая в Рашке. Не болей. Спасибо. Ты так не подправился? Да, кашель остался. Но у меня растягивается обычно. То есть, типа, самочувствие нормально, а вот кашель. Тебе вдышло. Это тут, блядь, самое то, нахуй. Ни разу не самоубийство. Я бы тут, в принципе, полимонил, потому что они сейчас будут тут откуда-то идти. Хотя можно на шарик, давай на шарик. Не получится полимонить, потому что зона. Ну, кстати, зря, потому что там дроп прилетел, я хочу.
Ну так я до него сейчас долечу. Его на чуша. Там два дропа на самом деле. А, в зоне. Заебись, удачно зашли. Чё, блять? Что за пидорас, блядь? Вот не надо, блядь, наезжать на мой подарок. Не нравится, не лутай. Ёбаный пидорас, блядь. Ладно, просто повезло. Пидормот, блядь. Это был расчет холоднокровный. Специальный подарочек. Такой же холодный, как сердце моей души. И такой же заезженный, как этот анекдот. Я хочу крабер. Стресс, это не крабер не выпадает. А что золотое было? Да не, такая глушитель просто на оружие был золотой. Важно. Это стабиль. Ты что, ёбнулся? Это стабилизатор, блин. Не важно, блядь, серьезно? Стабилизатор там важная самая хуйня после. Да, это самая важная, блядь, херня, которую можно найти. Не, пацаны, это полный параш. На самом деле, это, блядь, охуенно. Там была еще более никчемная вещь, там был золотой жилет. Кому нужен золотой жилет? Бля, как я его не сбил? Теперь сбил. Он в прошлом состоянии это был бесполезно. Кто сейчас? Кто? Золотой. Золотой жилет сейчас это фаст хил, если что. Да я знаю, я жгу. Профильные шутки не дошли. Да просто я не ожидал от него, то он сидит, молчит, а тут уже решил шутку сыграть. Я не ожидал просто. Шутка минутка. Это золотая же там хуйня, которая, в принципе, делает. Куда я, в принципе, делаю? Блять, каким макаром уже два отряда, вы чё, ёбнулись? Здорово. Ага, блядь, мне кажется, там какие-то киберкотлеты, блядь, вынесли уже полсервака на втором круге. Ну или читачок. Ну вот. Поэтому что-то меня тут терзают очень смутные сомнения по поводу. Бигу вообще бы, наверное, понравилось бы услышать, что охуенно банят в Апексе. Точнее, не банят. Не, забанят. Я его не банят. В принципе, тут и остаться. Тут нету сканера зоны. Ёбаный пидорас, блядь, сидит, кэмпит нахуй, сука, я ору, блядь. Да, просто, блядь, на каждом углу по пидорасу, блядь, это пиздец. Как играть, я не понимаю, блядь. Тихо, ты снизу, что ли, стреляли. А где-то уже золотое тут надо было, можешь мне сказать? Еврей-патриот. Ты, когда я шутил про стабилизатор, ты не понял эту шутку. А, я не увидел. Где тут дроп падал, я видел. Его залутали, блин, аккуратно. А, да? О, ты там. Да. Я же говорил, блин, но у него просто синий. Я чувствую, такой бегуток на расслабоне. Тихо, вон бегут. Возле меня. Спрячемся. Мне кажется, спалили. Мне кажется. Ну, если спалили, то по-моему, не спалили. Вижу их. Они стреляют. 35 в этого сколько? Ну, у нас, я тебе скажу, не самая выгодная позиция. 35, но это максимальная спортивная сумма. Трайзип рюкзак оператора.
сколько это говно. Говно, что пик со спинцем не прибежал. Ага, я сейчас тазов в сэндвич зажму, так, блядь, прикольненько. Ну давай, так ползем, ползем вот туда вот. Вполне вероятно, что нас зажмут, потому что откуда мы прибежали, там никого не было. Давай вот сюда, вот тут есть такая ночка, видишь. Вот. Не беги, я не услышу. Так они далеко уже. Ну они не сильно далеко, они там позицию заняли. А, они уже, они уже далеко. Да, это прям отличный способ их привлечь, если честно. Иди зону просканируй лучше. Мы делаем многоходовочку. Мы, видишь, мы уебали, они сейчас, короче, два сквада эти придут, переебутся, и мы пройдем. Вот оно чё. Ты просто не понял всю гениальность моего зала. Всё, до меня дошло. Слушай, а мы тут нигде перелезть не можем? Нет. Короче, ждем сужения, а потом идем. Или ждем, когда там хлопцы начнут. Стелс. Вася. Кстати, фразочки могут и услышать они. Какие фразочки? А, ну, да? То, что ты говоришь, да. Ну, на когда всякие левые фразочки. Понятно. Вот такой. Это ты специально повторяешь? Нет. О! Погнали. Пошли, пошли знакомиться. Твой лутбокс из золота. А, я тебе говорил! Это был, это был коварный план. Правда, они залутали фиолетовую броню оттуда. Кажется, мы сейчас уже получим. Они очень рядом. Внизу, внизу. Минус броня. Да, ну у меня тоже. О, ништяк, кравер. Обожаю. Не, не, я в сейфе. Они там стукаются между собой. Блин, я ненавижу, когда меня с кравером... Тихо, 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 тихо. Это очень зря. Пошел нахуй сюда. Нифига ты его. Я тренировался, у меня золотой стабилизатор. О, это на нас летят. Куда ты, блядь, срыгнул? Да, там бегут, на. Я отхожу, отходи, отходи, отходи сюда, отходи ко мне. Я не хочу в лицо скрайбера получить опять, если честно. Вон они. А хотя... Вон еще они. Пошли к яму, к тем. Нокнул одного. У них скрайбер там. Одного нокнул. Из этой без всей цветов. Фараж. Ну, потеряй кровь, убил красавчик. Кого-то там... так, вот не тут сидят, следи за зданием, короче. У тебя есть гранаты? Выбей двери, выбей нахуй двери вот там. Вон. Идем, идем, пушим, 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 пушим. Погнали, 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 погнали. Их мало осталось. Я по крыше иду. Тебе советую. Нет, здесь, да. Они под нами. Я знаю, тут есть вход где-то сбоку. Куда я потерялся, где я был. Привет, пацаны, как дела? Очень не торопись. Вот это, конечно, я зря. Она вот тут стоит, сразу возле двери. Выбивай, она. Да мне нечего меня... Ногой, блядь, ударом! Ну, поздно, она уже теряется. Я с другой стороны зайду. Она поднимает его. Чё, ну кого-то на плюс положил, хочешь сказать? Всё уже. Поздно, поздно, ты опоздал. Они вот там вот прямо. А чё ты не отхилялся? Ты же золотой щит. Чё ты, блядь, тебе пару банок сажать буду за 2 секунды. Ну приди, подходи. Ну блин, клюбный флайн, не вижу его. Надо было чуть другой бой. Ну, я тебе мог бы отдать 99-й, я флайн был. Сейчас, сумочка, чекану еще тут испытание.
так хорошо, блин, тактично отыграли. Ну, в принципе, я тупанул, я так залетел, она у меня, получается, в спину. В спину начала стрелять. Надо было с той стороны заходить просто и все, не париться. Ну, вы их что-то не зажали. Я что-то думал, там где-то был... Что там вход есть, блин, в луку. Не, потому что ты пищу соснёшь. Я именно перепутал с другой этой самой, с другой локой. Сейчас приду. А, с нами предатор. Тут тупо, блядь, дропнулся, первый ящик открыл. И фиолетовый щит. Отлетать. Блять, что-то желания вообще не отыграть, блять. Блять, сейчас это сыграю, пиздол, уж покинчик посмотрю. Что вообще, блять, ноль желания в это говно играть, ебаное. Ща выйду, блять, один пидорас там в уголке будет кампить, либо три пидора, блять. Ага, да, сейчас. Какие два ляма нахуй? В чем? Ты о чем, Вася? Так, где я? Ну, да, я должен был внизу зарезаться, по-другому никак. Особо горячо не будет. Мне кажется, нас сейчас оттуда с туннеля выйдут и выйдут. Я тебя... Thank you.
закрываешься, твоя? Так утяжку еще. Возьми рюкзак золотой. Да, нет! Все, погнали, чувак, купала. Всем там еще не откиснул. Нихуя себе, блядь, он там это. Ну давай пешку. Зеплайн. Нет, зипу нет. Да, он туда дальше уходит. Один на пусть. Соспит, соспит. Ништяк. Еще кто-то остался? Нет, по-моему, уже поменял всех. Он тут, кстати, рядом. Беги, тогда можешь его поднять по-быстрому и полутать? Ты все равно быстрее, чем я. Сейчас аптечек скину, может он успеет залутаться. Я думал просто аптечек скинуть. Не знаю, что там он успел порутаться. На чем мы их мы в отдельно пойдем, чтобы не мешать телека. Да, сейчас, сейчас, стой. Так, угу. Все. Так, надо мне сейчас втихо выйти, а то я тут нормально залутался. Мне надо втихую, короче, съебаться. А, ебать, тут чел, короче, голышом бегал, блядь, придурок. Я там был, где-то продуктовый. Гениально, пошумел. Вали, Хевко! А, там пидорас, блядь, сидит, нахуй. Крысит, блядь, за дикого. Сука, блядь, пидорас ёбаный, блядь. Ну, нормально я там подлутал всё-таки. Обидно, что рюкзак, конечно, там проебал, сколько контента было, блядь. Ебать, жетон, короче, за 50 кэсов вынес, нахуй.
Что, блядь? У меня, короче, какой-то жетон упал шерифа, блядь, за 50 кэсов, блядь. А сколько нам на торговое стоит? Стоит поиск предмета? По-моему, 120. Да, 40, 45, да, 44 тысячи, 45 тысяч он стоит. Серебряный жетон, блядь. Нормально, блядь. Чё, клёво, блядь. Чито зашёл. Ой-ой-ой, хрен с ним. Так, 30 и 40 сорян. Ха-ха-ха.
Йота. Что-то йота. Ни разу непонятно. Обалдеть. Вроде послал. Да подай, сейчас, стой. Что послал? Где, куда, что? Я тебе, друзья, отослал. Не, у меня ничего не пришло. Баки, болты. Био-5-5-5, да. Пачка сахара. Вы на что-нибудь нормально меняете или нет, блять? Реально этот долбоёба, блять. Окей. Чё, блять? На, охуенно у них ТПшка, блять. Блять, им всем сахар нужен, блять, я не понимаю, блядь. Больные ублюдки, что ли? Кстати, торговцы, лыжник, нет, у кого была, блять, у барахольщика вот это. Конечно, блять, вот не будет, нет наличий, да. Конечно, бля, расскажешь. Пидорасы, блядь. Блядь, где это была самая такая? Ебанутый, что это еще за хуйня? Так, персонаж. Так, у меня здесь это готово. Тут тоже все готово. О, дикий откадышился. Так. Стой, стоп, сейчас что-то. Сейчас пойду.
Мирь пахте, номинали. Нет, блядь. Тут там. Не тот, тут там.
Че, наши ребята, походу, закончили играть. Хорошо. Ну, сейчас за дикого побегаю. Да давай. Садись, Кирюх. Мимо сообщение. Так, сейчас подожди. Это будет потом мне перезайти, мне так нихуя не пришло. Нет, сообщение там друзья и такое уже. Надо бы сейчас после катки сделать. Ебать, у меня тут дробаш какой-то ебанутый, грейженный, блядь. Посмотри на этот пиздец. У меня еще бронеразгрузка, блядь. В группе я расхуярить. Так, сейчас надо будет, короче, мне тупо сейчас с этим лутом на выход идти и все. Ты в завод пошел, что ли? Правый по коронной! Решил ко мне лезть? Ты засранец, вонючий, мать твою, а? Ну и... Прям говоришь, что
Вали хуесоса! Сейчас все толкну и в стрип-бар. Хуйня непонятная. То чел там есть, то, блядь, его въебали, наверное, или хуй знает, что там с ним случилось, блядь. Ну что, неплохой день, господа. А вот такой перепад точно было. Хуй бы, блядь, фонарик. Ну, no, чел рядом. Thank you.
странно, он не сагрился на выстрел. Геймплей, да, согласен, Паш. Ну а что делать, за дикого так и надо играть, блядь. Типа надо сейчас шныря подождать, пускай лут принесет. Благо дробаш нормальный, должен вынести его. Конечно, была бы свинцовая картечь, была бы идеально вообще. Им надо въебало ваншотнуть. Либо по ногам. А вот тут кореш мой бывал. Эту хуйню бы сюда перекинуть в идеале, либо вниз. Типа внизу, вот внизу было бы идеально, вот этот FPS ёбаный. Надо подождать до второй минуты, и потом пойти полутать. Может его, кстати, даже и уебали, бля, мне так кажется. Хотя выстрелы были. Странная хуйня. Он либо тоже ждет там на улице, мне кажется, он там ждет за трубами.
Блять, сука, у меня уже. У меня уже рука не выдерживает, блять, столько сидеть. Ну ничего, скупщику все продам и заживем. Да, я живой, прикинь. Ну минута осталась, блядь, ты хер должен уже как-то прийти. Она если тут где-то. Она тут по-любому, потому что выход. Бункерная дверь с камерой, блядь. Там нужен ключ. Не уверен, что у него ключ есть. Последняя минута. Типа я отсюда вынесу нормальную бронеразгрузку и уши. Типа окей. Неужели она на последних секундах прибежит, блядь? Ну и чё тут? Есть кто? Нет? Никто и не пришел. Пизда. Обидно. Зато ушки есть нормальные. Сейчас разочек можно основным пойти. С этим дробашом как раз. Так надо будет пули заменить на нормальные. О, так, все вижу. Понимаю, дядька, понимаю. Я говорю, мам, я же не спрашиваю, чтобы ты показывал своих друзей на камеру. Говорит, а я бы тебе показал. Я говорю, блин, ну представь себе, они развернут телефон и ты подходишь с телефона. Эй, улыбнись, блин, в камеру. И тебя да. Взяла, обиделась, говорю, ну не обижайся дальше. Понимаю, понимаю, блин. Же мама знает тебя, и говорю, ну она знает мой номер телефона, она мне в лицо не видела ни разу. Он когда с ней когда ты с ней разговаривал, он же не подходил ко мне, блин, с камерой, говорит, ну типа улыбнись в камеру, блин. Я говорю, это бред, мама. Бля, этот дробаш лучше продать, блять. 20 кэсов, блять. Так, скупщик нож возьмет.
А, ну можно один разок пойти побежать, все равно это даром досталось. Ну что же, приступим. Куда мы пойдем? Ща, подожди, я посмотрю, подумаю, блядь, че. Сука, я бы хотел пойти, конечно, основным персом, но я хуй знает, идти, нет. Ну, я выбрал основного. А Квенка, ну, такое, быстренькое передвижение. Че, кое-что попробую сделать, сухое горючее. Это гайки, болты, ебанутые. Болты, ёб твою мать. Монтажная пена, блядь, ебануться. Пачка гвоздей. Да. Чё, с тридцатку ты выбил максималку, кстати. Ебать. Кто у тебя, кстати, на скрине? Да. Еще кто? Ну, Андрюха тут сидит сейчас. Блять, что думаешь идти? Как так? Побег старпа. Так, Дикий у меня кдшится пока. Какая так, ты что хочешь делать? Давай так. Что ты хочешь? Все что угодно. У тебя какая снаряга? Ты мне снарягу опиши. Хорошо. Расскажу проще. Как тебя... ремник с прицелом веперит. Ага. Броник, каска. У тебя этот ночной, ну, ночное видение есть? ПНВ? Нет, но смотря что ты имеешь за заводом. Да. Ты фонарь можешь хотя бы взять? Да, есть такая тема. Так, сейчас пока тогда подожди. Так, мне нужно 3 ножа. Торговцы, миротворец. Давай мне. Да купить, придурок. Давай мне МП-5, отлично. Ничего, это атака разрядить. Это не критично. Так. Так, один магаз в патроннике есть. Так.
стой. Так, это я хуй найду. Сейчас, погоди, дядька. И, блядь, где рукоятки? Так вот. Так, что мне еще надо? Да, вот это тут и так стоит. Поиск по предмету. Так, поиск по связи. Оружейные части, моды, элементы снаряжения, магазины. А, вот он. Болты хочет, блять, уёбок. Гайки хочет, блять, да ты заебал, блять. Этот, что тут этот хочет, уёбок? Из 5 изолент, блять. Не, слишком много, так надо обычные брать. Надо брать обычные вот эти. А потом можно будет нафармить. Так, не-не-не, так, сейчас. Ну, я его пока тут оставлю. Хотя, в принципе, блядь. Что? Ну, недорогое. А за сколько этот его хер купит? О, не-не-не-не-не, я не буду тут продавать. Лежит. Так, пушка есть, мне нужно аптеку взять. Так, чё ещё? Рюкзак надо, они нужны будут потом. Так, готов, дядька? Так, ну погнали. Так. Я уже не удивлюсь, знаешь.
Я ничему не удивлюсь, блядь. Если это будет хуйня. Так, какой у тебя ник? У тебя же в друзьях. Да, но ты должен поиск группы начать, я вот так не добавлю. Я в курсе, да. Сейчас. Почему бы нет? Как я нашел, все съебались. Распугал, блядь, народ, да. Адский сатана. Да. Что, нихуя не работает? Завод, ночь, пожалуй, завод, ночь, дальше. Вот и ты. Ай, бать, ты уже 7-й левел апнул, нихуя себе. Не, я тебе так скажу, я 2 раза с нуля делал. Я типа первый раз думал, такой, типа, ЕСИК есть, да? Я такой, думаю, что бы нет. Потом я понял, что это полный кусок говна на фракции. У тебя за него нету кейса, альфа. Ты сосёшь просто по КД. Короче, сейчас задача в том, чтобы... Так, у тебя хотя бы фонарик есть? Ну? Так, короче, ты, если что, отвлекающий. Я могу сзади, просто так как я... Мы идем тупо на третий этаж лутать всю эту хуйню. Это пизда, да? Челы будут стопудово, блядь, причем здесь может даже сейчас по 3 пидораса могут кемпить, блядь. Ну, это, блядь, знакомая вещь. Просто где мы будем сейчас сидеть? Меня сейчас больше волнует вопрос, это будет ЛЦУ или это будет именно фонарик такой маленький? Если бы тут ЛЦУ, блядь. Крепится такой, типа, мелкий, я не понимаю, он, типа, показывает, что, типа, это флешлайтом. Ну что это, блядь? Ну если это флешлайт, типа, не, ну если он, ну блядь, ну фонарик как бы, ебать, ну у тебя сейчас на столе должен быть видно. А, ну если, блядь... Типа, на столе он такой белый, с лампочкой, это видно. А, ну тогда все. Я не понимаю, блядь. Ну тогда это фонарик, нормально. Типа это фонарик, да. Ну короче, нам пизда сейчас будет, если это не фонарик, блядь, ты будешь, блядь, знаешь, руками так бегать такой. Не-не-не, я буду такой, типа, кидать впереди себе патрон такой, если заскочи, все, нахуй. Да-да, я, знаешь, Гензель и Гретель, да, по патрончику буду скидывать, чтобы ты меня находил, блядь. Да. Знаешь, там чисто стекло себе сниму, блядь, чисто такой, так. Давайте нахуй, UFC, блядь, фонарик. Я тебе могу резкость навести, знаешь, 2 пальцами так сразу. И все, и ты сразу ночью начинаешь видеть. Реально. Ну окей, высадка у нас начинается сейчас, короче, нам надо что делать. Сразу бежим туда, сразу занимаем позицию и тупо ждем. Бессмысленно, если ждать их. У тебя калаш какие патроны там, нормальные? У меня пробивные. А, все, заебись тогда, у меня тоже нормальные. Ну, типа, у меня МП-5, но у него патроны шотают нормально броньку. Меня бесят люди, которые, блядь, выживают после всей обоймы. Тебе вот просто не понимаешь, что, блядь. Так. Дальше, блядь. Мы будем. Снизу, да? Так, открывай здесь. Беги за мной, за мной. Открой. Ты открыл дверь. Да, это я был. Я нашел. Это сверху? Я открыл, я поднимаюсь. Я вот здесь открыл. Это ты, да? Да. Все, я за тебя. Поднимаемся. Аккуратно, не выходи там. Убил. Ой, наушники, вот. Бери, блядь. забирай уши. У меня нет, подожди, я шлема там. Я заберу только этот в себе внутрь. Так, подожди, так, у меня. Так, все, такой. Ты забрал уши? Все, давай. Нихуя не было там, он голый почти был. Это ты светишь, да? Это не я, свечу. Баты.
Сейчас. Это не бот, это чел. Вон он, упырь! Это ты убил? Да, это я его ёбнул. Вон жилетка. Прикольно. Сюда. Пойдем обратно. Закрыто? Нет. Закрой дверь. Да, ладно. Это этот, дикий. Давай. Так, перекрестным стоим. Слышишь, да? Окей. Да, вот он. Чел, походу, ищет ключ под нами. Дверь нахуй закрыть. Он там помирает от чего-то. Хуяр, медведя! Да, это этот, это чел. Сейчас я перезаряжусь. Он на льгину хуярит, походу. Можем выйти в две двери. Не-не-не-не, нам не надо. Он ушел? Это ты пнул. Это я пнул. Блять. Что-то не открылось даже. Похуй, пускай знает, что тут. Думает, что один если чел. Если он зайдет, ему пиздец. Перезарядил дробовик. Да он заебал, что он сколько жрет там, блядь. Он пытается перекрыть больно, у меня пробивные были, я ему просто нахуй прошил все. Он не спасется, у него прострелено легкое. Он от этого нихуя не спасется. Ебать он там жрет, блядь, столбоёб. Сколько он свой предыдущик? Да. Я такое чувство, у него он все пуживает, пока мы тут стоим. Там чел, короче, пиздец, уже две пачки анальгина съел. А он долбоёб, он в курсе, что это не стакается, блядь? Да. Типа это что он делает, блядь? Я посчитал уже 7 таблеток, он тихо сказал, в принципе. Тихо. Блядь, это что за рофл, нахуй? Застакался, пока он сдох. Возможно. Блять, что это нахуй? Ладно, я проверю аккуратненько, стой. По-моему, идет другой. Тихо. Я жду. Прикрывай, да, прикрывай. Ну, короче, ибупрофен, блядь, хавал, а вот. Это, короче, придурок ибупрофен хуярил просто, блядь. Понятно. Спускаться аккуратненько. Че, давай тебе даже чуть или как? Давай отсюда.
А, блядь, там, короче, просто два пидораса наверху, они стоят, блядь, со снопой. Я ему в голову дал, ему похуй, блядь. Два пидораса стояли, кэмпили, блядь. Ёбаные пидормоды, блядь, сука, негрилы ебаные, блядь, пидорасы. У тебя застраховано? Не, нихуя, не страхую, смысла нет, блядь. Они все равно облутают, придут. Потому что их, блядь, негры в жопу ебали пидорасов, блядь. Пиздос они, ебать. Ну а чё, блядь, против пидорасов, как бы, чё ещё сказать, блядь. Ну там, да, там три пидораса, блядь, тупо в пати, блядь. Пидорасы ебаные, блядь. Ну да, вот это вот, блядь. Сука, блядь, типичные пидорасы, блядь, сидят, короче, кэмпят, блядь, на этой хуйне, ну, да, блядь. Я слышал это, да. Пидормоды ебаные, блядь. Ой, блядь, нехуй заняться, блядь, в три рыла сидят, блядь. Кстати, ножичку вниз. Так, тут что у меня? Так, сюда. Сколько тут у меня? 8 слотов. Не поместится. Хуёво. Надо вот так вот сделать. Да, я уже, короче, там умный. О, блядь. Чё? Их выебали! Их выебали? Кто? Чё за дробовиком, блядь? Ты выжил? Я, блядь, пытаюсь понять, откуда ты гнида. Пытаюсь отстрелить, блядь. Что я могу с ним сделать? Да они прям сверху сидели. Ну, типичные пидорасы, блядь, что-то хочешь с них взять, блядь. Я понял вас. Стрелял мне руку, блядь. Поэтому замес у него идет. Ну да, блядь. Выебали? Ну, блядь, что с дробовиком разорашил, пиздец. У меня отстрели руки, ноги, блять, я ебал их. Врот, блять, сидят, сука, со снопой, со стрельнем, блять, здание нахуй, вообще что. Через край буквально вот. Руку, блять, протяни сквозь весь ангар, блять, и они в той части сидят, блять, лежат нахуй даже. Один человек из них пошел ко мне с калашом, я его ёбнул, блять, но как только встал, блять. Чё ты сама сказал? Чё ты сама сказал? Сейчас захилю, блять, и буду готов. Так, я сейчас диким фастом побегу. Не, все, я сейчас одну диким и все в пизду, блять. Меня заебал уже эта помойка. Реально заебывает. Каждую катку там какой-то пидорас, блядь, кэмпит, блядь, просто. Хотя, блядь, ладно бы один пидорас там бы кэмпил, там, сука, их по два, по три, блядь, просто. Ну да, такое. Это надо, блядь, как в павге, блядь, каждый, блядь, закуток чекать на пидораса, блядь, ебаного, которого негры в жопу ебут, блядь. Маска по его этажа, блядь, вообще. Чё она даст, уж посмотрим.
знаю, этот чел голышом, блядь, был. Тут народу сколько легло. Так там стрельба пиздос, там народ дохуя. Там походу челы в топ броне просто тупо сервер зачищают, блять. Неплохо. Ну типа шансов у меня тут выжить. Надо, у меня был бы калаш на 30 патронов хотя бы. У меня калаш на 10 патронов. Это я сделал очень зря. О, там наверху бронька лежит целая, походу. Так, что мне надо сделать? Чело все еще хуярится. Mm-hmm.
Не, сейчас я ту вайт пойду сверху возьму, вот она, целёхонько лежит. Всё твоё? А, мне надо тихо зайти, потому что там походу на выходе чел будет. А, тут кто-то лутал уже, да. А, нет. Есть же место, блядь. А, окей, хорошо. Сделаем вот так вот. Если ничего не пойдет. Ну? На нее он не может, блядь. Я навожусь сюда, он не может обыскать. Тут чё? Так, эта херня мне не нужна. О! Блядь, эту броньку сейчас забрать. Ну, увы, место надо. Ничего, пережил 18 попаданий вплотную. 18 попаданий вплотную? Классика? Ага. Не заслал. Стреляешь в голову, похуй. Весело в эти играть. Не, не, там ничего, ничего. Хорошо. Вот это еще снять. Ну что надо выкинуть, а вот это выбросить. Так вот. Сука. Ой, блядь. Сейчас видели что-то? Ну типа, о, у меня тут нормально все, там бронька целая. Заебись.
Ой, блядь. Not bad. Лол, ух, ебать. Вынес что-то, как бы, хоть что-то, блядь. Вернул свои затраты? Можно и так сказать, да. Допуском. Если я броню найду на мусорке. Нет, но нашел аптечку. Чё бы нет, тоже. Не глаз. Хуйня явно дорогая. Что мне там? Да, выход, ворота завода, спуск со склада. Ой, забыл. На выбора мало. Что там пишешь? Мама мне говорит, типа, компассиры пишется через две лет. Я говорю, мам, я... Мне похуй, да? Говорит, да, ты еврей, я говорю, какой я хач, блядь. Правильно, блядь, ты у нас хачонок. Хачонок, да. Эй, зарежи, как барыш. Эй, сгайки, на эйсу, ребята. Эй, девушка. Давай. Ну короче, блядь, игра сводится к тому, что просто иди лутай, блядь, по факту, блядь. Ну, смысл такого есть. Ой, блядь, босс. Я все равно ушел в плюс. Смотри, стой. Дядя, я все равно ушел в плюс. Что ты там понатаскал-то? Сейчас, пойди. Я все равно ушел в плюс, потому что, блядь, у меня до этого на аккаунте 0. У меня сейчас лям, блядь. Понимаешь? Нет, ну так Не, юмпа у меня не было, у меня только МП5 был. Да, у меня только МП5 был. Кушачок. Вон он где. Спрашивает, сколько тебе? Кто? Я ей сказал, 150. Сейчас мама подумает, что, блин, наркотиками балуешься. Мама кем только меня не считала. И наркодилером, и алкашом, и наркоманом, и токсикоманом. И, блин, сексохолик. Ну, веселая у вас семейка, блин. Так, эта хуйня мне нужна, да, нужна. Я краем глаза его не чинил. Торговца органов, блядь. Скажу, да, вам хочешь пару органов подгоню бесплатно? Нет, так не шутим, она реально подумает, блядь, все. Истерика начнется.
я уже слышал этот звук. Ой, блядь, какой же пиздец, какой нахуй кепка, блядь, здесь. Что ты тут забыл? Блядь. Ребята тут не хватало, блядь. Ты, блядь, издеваешься нахуй надо мной. Заебался еще дрочить. Да ебать, рот. Давай, ебать, что у тебя там на этот раз-то хоть? Можешь разгрузкать у меня, Найс, хотя бы. О, у меня на диком нормальной пухе. Сука, и у этого, блядь, что нахуй, чё, ёбнутый. Сугор, вау, всё, понял, понял. Я, наверное, выйду отсюда. Пойду. Да, блядь, ты можешь, сука, нормально искать, блядь, пидорас ёбаный ты, блядь. Всё. Если на вас нахуй не надо. Так, вот это мне можно окраина. Найс. Значит, то окраина мы побежим. Вот, сука, продал, блядь, паракорд ебаный, блядь, чел такой, продай, блядь, вот сейчас бы, блядь, еще один хуёво был бы у меня и все, блядь, и купил бы сейчас, блядь, монетку, блядь. Что меньше ты половины. Бил. Чего это? Это что за нахуй? Телефон, да, точно. Что быть? Сука, тебя нахуй. Это что за нахуй было? Это что за хуйня? Так вот не стреляет, блядь. Что там случилось? Мне чувак с этой СКС-ки, блядь, 6 патронов сразу в тело впустил. 6. 6? Нормально. Моментально 6. Вот прям 6, блядь. Еле-еле высунулся, 6 сразу вообще. Ну-ка. Ну, броня заблокировала полностью. Вау, ебать. Классно. Главное, как клёво-то, блядь. Да, именно этого я и ждал. Он не может автоматом убирать, что мне нужно. Так, на 30 патронов. Ох, я возьму посинку. Блять, насрать. Возьми-ка так посинку. Мечный ключ, вот, блядь, куда я его нахуй, кого ему нахуй?
Идти, да. Ох, давай ключ. 80-ка, так 80-ка. Да, как же прикольно все-таки подкроешь армейский кит, тебе просто калаш трогается, такой ебать. Ну, а потом одна кепка просто рухнет все планы, блядь. Сука, сижу нахуй на заводе, блядь, никого не трогаю, блядь. На нахуй кепка приникает, блядь, палит меня нахуй. Пиздец. Пойду за тортиком. Хуйня. Все разъебаны в хлам просто. Нахуй мне нужен в таком состоянии. Где, сука, блять, эта броня нормальная была? Сейчас пойдем. Как говорится, раз в шити, то от души. Так вот. Ну я сейчас так кошка посмотрела, типа я взял торт, а так где мой кот? Стоп, просто хуевший надо было с ним представить и все. Значит, я видит. Ясно, я в горе. Походу я сегодня открываю егеря. А чё так? Вот, заспавнило меня рядом с ним.
Он прикольно. Такой, типа, ну давай ты меня, типа, отведешь это к себе. Искать еще этот ебаный тир КПП, блядь. Пиздец. О, процессор. Халявно. А, тебе еще 6 тысяч на руку, бля, за то, что ты пошел, иди ты нахуй, блядь. Че их в своем самом лесу, блядь, не на моей базе. Так, тут я все взял. Не, поместится. Окей. Так, это... Так, торговля, где этот придурок? Так, сколько? 200, где это? 500. По рукам. Так, пушка есть. Патрики, сюда. О-о-о. У нас товарищ долбоёб, посмотрю на героя. Так, ножичек есть. Так, тритончик есть. Надо аптечку. Так, вот. Бинт. Да, блять, что за нахуй? Че нахуй, ебанутые? Что так. Вы, блядь, докопались? Вот сейчас реально будет ГГ, ты дядя. Нахуй. Вот сейчас реально будет ГГ. Если я вот это все проебу, это будет реально ГГ. У меня тут такая броня, блядь. Понял, откуда он стреляет. Так, торговля. Осталось купить каску. А, еще уши, блядь, нужны, сука, из-за жопы. Что это понял, а вот чела и видеть не могу. На, блядь, еще этот теолох, блядь, тоже. Не вставай, прошу тебя. Мы просто спиздим это все нахуй, идите нахуй. О, отлично. Нахуй. Число. Уши, снайпер, уши, мне, считай, блядь, почти бесплатно нет, достались. Это хорошо. А? С тобой, с тобой. Блять. Так, осталось касочку. А мамкиных снайпера. Ну если брать, сейчас я беру нормальную эпохи иду. Биба-боба, блядь, два долбоёба. Биба-боба. Броня-шлем алтын. Сука, это что за нахуй? Ну всё тут есть. Здесь вообще что есть, блядь, нахуй. Раз, два прицела, три прицела, блядь. ЛЦУ, фонарь, блядь.
магазин на 60, блять. Это две, сколько блядь, стоит? Эти приклады, нахуй. Во, вот это, блять, надо. Ебать, вот долбоёб. И он сдох за два выстрела, блять. Это прям гений. Сука, этот разбитый, блять. Потому что на нем полицейка была самая. А почему в долларах, блять? А, он даже без забрала. Просто мастер, блять, медали не хватает. Либо это человек, который залутавлит босса и просто решил такой, типа, а чё мне не съебать бы? Вот эту хуйню надо купить, на него можно прикрепить. Такая, ПНВ. Народу завода я уже понял, где. Потому что на эту хуйню там нету, да, там не поставить забрала. Без крыс-то, блять. Это чё за хуйня? Это хуйня? Чего он меня так стонает-то, блядь? Какой класс брони? Такой же. Так, где он вот этот? Обскор. Есть еще у них? Надо вот его брать. Надо забралом. Не, лап ключа продавать не буду, идите нахуй. Ой, блядь, еще один нахуй. Вот. Стрелок от бога. С весанной снайперкой. И сейчас ПНВ. Ой, ебать, это будет жесть. Меня реально, вот сейчас, вот реально, если меня просто ваншотят, я нахуй просто ливаю с этой игры, реально. Так. Аккуратно завода. Оружейные части, моды, функциональные моды, прицелы, специальные приборы. Ну, вот я ПНВ. А чё ты хочешь? А, вон там возьми. Рота завода, да. Вон они. А, блядь, я не слышал. Так. Открывай, открывай. Вон там, видишь, слева от этого. Это что за хуй тут сидит? Пошёл отсюда. Да не, не, нормально всё. Не, тут чё? Нет, я, там уже всё выверено, не волнуйся. Я его пристрелил, блядь. Дядька, ты бы сейчас видел, чё у меня... Не могут быть F-Shield, блять, сука, нельзя, а твою мать. ZB-014 для тебя край, ну вот, блять, время находить, нахуй. Сука, нельзя устанавливать одновременно. Блять. Не-не-не. Не могут, нельзя устанавливать ПНВ и эту хуйню одновременно. Хуёво. Ладно. Мой. Боба. Сука, если я отлетаю, это пизда будет реально. Ну шо, так, аптека есть, анальгин, бинт, шина, ебанутый рюкзак. Не, я реально просто ливаю нахуй, я проебал, блять, сейчас я скажу сколько, 400 000. Ливаешь, блять, всех, делаешь мир чище, блять, а тебе нахуй посылают на обидовище, изложение. Я думаю, может фонарик купить, блять. С фонарем просто пойти, на похуй. Согласен. Просто без забрала хуйня, меня ваншотнут, блять, нахуй просто моментально. Меня без забрала ваншотнут нахуй просто.
мы чисто реально без забрала реально. Ну ночью, блядь, как бы. Просто без ПНВ хуйня в том, что если чел будет где-то там наверху, вот это будет пизда. Я его не увижу с фонарем, блядь. А он меня увидит за километр, он мне насует. Ну это пизда, здесь, короче, смотри. Броня 100 тысяч, каска 100 тысяч, ПНВ 50 тысяч, пилигрим 100 тысяч. Эта хуйня 100 с хуем тысяч. Ну, полляма почти, да. Короче, я иду в рейд, у меня полляма гира, если что. Дядька. Ебать, ты нахуй чокнутый. Ты посмотри сейчас, ну просто и что. Это нормально, да? Ну, если руки и ноги не отрезать. Это что за хуйня? Это, блядь, что за бред был? Блядь, люди. Что это? Просто пизда, блядь.